Приветствую вас. И как вы, наверное, понимаете, человек в состоянии обиды, состоянии оскорбленности, не способен воспринимать вас адекватно, не способен объективно оценивать ситуацию и так далее. Уверен, что вы уже и извинялись, уверен, что вы просили прощения, старались как-то загладить свою вину, но ничего не получается. И поскольку вот эти способы были опробованы вами, и они не принесли никакого эффекта, то дальнейшее давление на девочку будет только лишь еще больше усугублять ситуацию, потому что она-то вас просит. Простите, как бы не готова, но вы постоянно о себе напоминаете. И когда вы ведете себя так, она воспринимает это как что-то, вы раскаиваетесь, и от этого ей еще больнее. Потому что ведь, по сути, получается как? Вы говорили ей то, чего либо не было в действительности, вы стремились ее просто оскорбить, что плохо. Либо было в действительности, и тоже плохо. И еще неизвестно, что из этого хуже. И потому самым оптимальным вариантом сейчас будет дать девочке остыть. Просто оставьте ее пока в покое, пусть она остынет, пусть она не будет вообще никак видеть вас в своей жизни пока что. Пусть она отдохнет, переосмыслит какие-то моменты. И спустя некоторое время, может быть несколько недель, может быть больше, вам нужно ей написать. Написать и просто поинтересоваться, как у нее дела. Если она вас проигнорирует, ничего вам не ответит, значит по-прежнему обида у нее есть на вас. Обида, именно обида. И по истечению вот времени, когда вы вообще не будете никак себя проявлять, вы получите больше шансов на то, чтобы вымолить у нее прощение. Но опять-таки, понимаете, здесь не факт, что ваша девушка примет вас обратно. Потому что если слова ее ранили очень сильно, то она уже понимает, что вы не такой, каким она вас представляла. И исходя из этого, из-за того, что вы не такой, каким она себя представляла, из-за этого она уже относиться к вам не может, как раньше. То есть вам нужно быть готовым к тому, что отношения ваши будут другими уже теперь. И если вы к этому готовы, то тогда никаких проблем нет, дайте ей пока время немного отдохнуть. Не приставайте к ней, не доставайте ее. А пройдет какое-то время и попробуйте вновь наладить контакт. То есть просто общение без пока что там воспоминаний о прошлом, без всего такого. Просто спокойно, отвлеченное общение. И если вы увидите, что она не против этого общения, то тогда можно попробовать вновь как-то сблизиться, вновь как-то наладить контакт, да. И тогда уже при личной встрече уже еще раз извиниться искренне, извиниться, может быть, даже со слезами и так далее. Но что нужно сделать? Вот вы пишете, что вы ее чем-то зацепили в телефонном разговоре. Ведь именно с этого все началось. Вам желательно понять, проанализировать, вспомнить, чем вы могли ее зацепить, чтобы именно за это извиниться. Ну и в заключение хочется сказать так. Если вы девочку любите, извинитесь перед ней за все. Просто за все. Но не обобщайте, а каждый факт, который вы считаете, значит, повлек конфликт, вот за это все и извинитесь. Скажите ей, что вы во всем виноваты.
скажите вы, что вы были неправы и так далее. И этого девушка любит больше всего. И после этого девушка, скорее всего, начнет вам потихонечку прощать. Но на будущее и рекомендовал бы вам все-таки не оскорблять женщину в ответ. Потому что мужчину женщина оскорбить может, а вот женщину мужчина нет, потому что женщина никогда не забывает то плохое, что мужчина ей говорит. Она помнит все слова, которые мужчина ей сказал, обидные. И они будут влиять на ваши отношения в течение жизни. Так что постарайтесь, чтобы это был последний раз, когда вы перешли именно на оскорбление. В противном случае такая ссора, такая ситуация будет не последняя, и вам придется все тяжелее и тяжелее с каждым разом вымаливать прощение. На этом все, надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, сделайте его лучше, пожалуйста, буду благодарен. Пока, желаю вам удачи и всего вам доброго.